1575 рублей за 1,5 кубометра. Это с доставкой. Ну, спасибо Собянину. Вчера привезли дрова от мэрии Москвы. Я был благодарен, хотя я вот выложил на YouTube, что не очень-то хорошо, что требуют наличные деньги, что, ну, никак мэрия не могла договориться, чтобы старики расплатились онлайн карточкой. Мы же не получаем наличных денег, значит, за ними надо ехать. Вот, смотрите, привезли 1,5 кубометра. По цене получилось 1000 рублей кубометр. Дрова разноперые. Здесь все. Осина, ива, ель, сосна, береза. Не жалуюсь. Нормально. Нормально. Но вот это вот вывести, вот этот строительный мусор, мне обойдется. О, еще одно блюдо. Мне обойдется как минимум 500 рублей. Потому что это строительный мусор. У нас сжигать его нельзя. Мы ДНТ сосновый аромат. Нельзя сжигать. Нас следят за порядком. Нет, это подарок мы сделали. Вот у меня получился грязный четверг вместо чистого. Вот. У нас всегда законы, подзаконные акты. Хорошие, прям заслушаешься. Но никто не следит, чтобы их выполняли. Никогда. И так везде. Ну, четверг сегодня чистый, дождик все смывает, вот только не смоет осадок такой, который остается у нас в сердце. Ну что же это такое, 1,5 кубометра, и вот здесь 1/4 кубометра мусора. Ну очень неприятно, очень неприятно. Можно было бы вывезти сюда, но это как строительный мусор, вывозить нельзя. Мешки порвутся, вот буду ведрами вывозить.